Мы будем сегодня веселиться, разумеется, танцевать и петь, но это будет соревнование. И оценивать вас будут 4 крайне интересных, красивых и известных в нашем городе человека. Из жизни медиков. Выйдите, пожалуйста, выйдите, я сказала. Садитесь. У меня горло болит и насморк. Помогите мне, пожалуйста, как-нибудь. Ну ладно, давай посмотрим. В то же время в коридоре. Ну ё-моё, ну чё так долго? Они там сидят по полчаса. У меня дома дети, что да, это за дела, вообще не понимаю. Ну как же вы не понимаете? У меня промышленная простуда в зелье. Так я хотела тебе это сказать. Я просто не успела. Лучше в интернете посмотри. Мы готовы спасти жизнь каждого из вас. Мы настоящие квалифицированные специалисты. Мы будем в себе воспитывать эти навыки. Мы будем их развивать в себе. Мы настоящие медики. Подождите, у нас такая маленькая сценка импровизации. Алло, здравствуйте, можете мне помочь по услугам ЖКХ? Здравствуйте, я, к сожалению, не владею данной информацией, и могли бы вы перезвонить другому специалисту? Алло, здравствуйте, меня зовут Вероника, нет, к сожалению, я тоже не владею информацией, перезвоните, пожалуйста, по следующему номеру. Здравствуйте, комитет ЖКХ. Нет, к сожалению, данный вопрос не относится к полномочиям нашего отдела, я передаю его на другого специалиста. Здравствуйте, это комитет ЖКХ. Меня зовут Дарья, а я владею информацией, но скажу я вам в другой раз. Команда администрации. Bonjour, je m'appelle Herbert, je viens de France, je suis Paris, je suis arrivé il y a pas longtemps en Russie. Voilà, ой, простите, забыл. Короче, я недавно приехал с Франции, вот, я чуть-чуть знаю русский. Ну вот, по сравнению с моими друзьями... Мои деньги, Александр. Ищи, кома, аус, точно. Его зовут Александр, он с Германии. Bonjour, je suis Natalia, I'm from Sweden. Проснувшись, меня зовут Виктория, soy de España. Ее зовут Виктория, она с Испании. Наташа, Александр, а насчет него мы не шутили, он реально Герберт, и он с Франции недавно приехал. Всем спасибо большое. Жюри что-то тебе нам подмечает. Пожарение на
Да. Отлично, настоящее имя Слава Зайцева. Так, Ваня! Неправильно, Вячеслав. Чтобы вы услышали, давайте все включаем, вы что только посмотрите, первый поднимает. Вот он отвечает. Какой самый популярный строительный материал у российской попсы? Кто? Кто поднял руку? Чебупер, чебукак, пересвет. А, мне кажется, это вопрос на то, что сама я сам не знаю. Пересвет, потому что он на П. Следующий вопрос. Какое имя фамилии каждого армянина? Арарат. Неправильно. Какое имя фамилии каждого армянина? Армен Арменович. Армен Арменович, мы подняли. Администрация? Ян, правильно. Хочу 1 апреля. Позвали. 1 апреля, ну. 1 числа. Почему для всех продолжите популярную строчку песни? Ты что такая дерзкая? Браво! Все правильно. Красавчики. В нашем третьем раунде актерская караоке. Ура! Папа. Да. О, не вижу, беру его. Да, почему? А, это который с морем что-то связано? Ну, капитан или кто там? Да, это папа. Бабушка, пилот, пилот. Молодец. Два. Цепочка. Торфинг, варенье, Венгрия. Отлично. В лодке обычно для этого используются, чтобы плыть. Одно. Весло, ворота, торт, ягоды. Красавчик! Мы начинаем! Вы! Своего! В России! Кто вы в России? Гражданин! Красавчик, дальше! Его поднимает! Значит, гражданин Груши Гиря! Там где-то война, там где кризис! На Г! Страна! Давайте! Там, где война нефта, они такие красивые. Да. Гирия. Греция. Вот это что? Голова. Эрстаниша. Гирия. Греция. Голова. Голова. Ваша буква Д, ребят. Эра такая до нашей эры. Где? Динозавра. Страна, где? Дани. Да. Я когда выступаю, пишу, и потом выступаю. Доклад. А не дуб, доклад. Дерево, а не дуб. Да, ну дуб, ну дуб-то дерево. Где-то под линой. Дорога. Бомба, но по другому взрыва. Давайте на запад, Дани. Дипломат, дорога, доклад, дерево и дверь. Да, вы немного подвиньтесь ко мне, ребята, вот так. Хоккей. Есть балл. Хорошо, дальше. Два члена команды. Бог есть, 1-1. Даже можно вот так? Несколько слов.
теперь по номинациям. Просто это. Дорогие друзья, прежде чем я объявлю победителей кингисеппских новогодних вечеров, я хочу сказать вам всем огромное спасибо. Вы молодые, красивые, креативные. Вы сегодня получили массу положительных эмоций. Мы зарядились к новогодним праздникам вашими самыми крутыми эмоциями. Спасибо вам, что вы сегодня здесь были и принесли частичку своего тепла нашим участникам, нашему жюри и уважаемым гостям. Награждается команда медицинского колледжа за победу в номинации «Самая музыкальная команда». Вы очень хорошо себя проявили. Поздравляю. И хочу вас поздравить, наградить команду администрации, так как вы действительно самая веселая. Ну, а я хотел поздравить, наградить грамотной команды «Сотворить». Это самая креативная команда.